возраст нашей команды, видели, как мы можем играть. 15 минут играем, потому что нас хватает достойно поиграть. Ну, если людям по 16 лет, а там людям уже по сколько лет, конечно, они просто физически сильнее, элементарно. Поэтому они первые 15 минут бьются, и потом тут еще просто позаболели. У нас еще тут, у нас задняя линия получилась совсем, совсем разобранная. Там вот Лебедева первый раз сыграла на полусреднем, она на углу играет. Пришлось ее выпускать на полусредний, так как основной игрок заболел. Центральный защитник и основной игрок. Поэтому сколько сил хватило, столько сражались, конечно. Пытались сражаться. Много потерь в защите сделали, ну, растерялись, скажем так. Вот, и на этом нам забили. Моментами в защите у нас хорошо получалось. Нападение мы просто очень мало атаковали, из-за этого столько проиграли. Ну, первые 10 минут они никак не сложились. Мы играли мяч-мяч, пока мы раскочегарились 15-й минуте. И вот потом пошел отрыв. Сложно пока, наверное, что-то говорить. Я в команде всего провела 3 тренировки, вот сегодня игру. Ну, во-первых, хочу сказать, что очень рада оказаться здесь, в этой команде. Щенки все бегут, нацелены на ворота, играют с линией. И, ну, наверное, дальше больше. Стоит потренироваться, девчонок как-то прочувствовать, потому что я игрок зависимый. И все-таки от задней линии я завишу, то есть они меня кормят. И я думаю, получится сыграться. Команда всегда есть, будет хорошая. Тренер, все понятно, что он лучший в России. Это и подкупило.